Друзья, всех приветствуем. Мы открываем сегодняшний влог «Спарта One Game». One Game! Это видно, бро! 25 минут нас просто хоронили. И забили, вот получаем удаление, красный пенальти. What the fuck is that now? Yes! Я до этого говорил, что не хотел, чтобы эта команда «Спарта» была в нашей группе. Осындай ойын болған қаладым. Полуфинал. Қызық болсын. В общем, Марселин Каматэ «Спартадан» One Game-ке ауысқаннан кейін «Спартаға» қарсы алғашқы ойыны. Принципиально настрой бешеный болды. Білмеймін, бізден ерекше настрой болып жүрді. Марса ерекше келді ғой бұл ойынға. Негізі кешікпей келді. Бірінші ойын кешікпей келді. Қанша ойын? 5 ойын. 5 ойын ойын. 5 ойын 5 ойын. 5 ойын 4 ойын кешікті ғой. 1 ойын кешіккен ғой. Спартаға кешікті. Ребята, пацаны, давай, блядь, проснемся. Спартаға вообще, блядь, проигрывать нельзя. Это, блядь, если мы их сегодня не выиграем, всё пиздец. Дома, в Алматы, блядь, нормально. Бухнут пасап, блин, для уже. Ну, финал, теперь отговоров не будет. Пацаны, надо выиграть. 4-4-2, пацаны, это не просто так. Мы хотим сейчас, чтобы вы по 4-4-2, чтобы побежали вперед. Да, потом смотрите, пацаны, 4-4-2. Это все же футбольные же, это подразумевает то, что Мэтью и Дэше вы шире играете. Поняли, да? Потому что два напа, им пространство надо. Вы должны растягивать, максимально сильно растягивайте. Не надо в центр, не надо вот, Дэше, ты любишь в центр смещаться. Сейчас ты будешь шире играть. Потеря, сразу возвращайся, потому что страховать тебя некому. Вот. Да, то же самое, условно, и Кама, то же самое с тобой. Хорошо? Ты же их знаешь, ты их читаешь, ты в защите будешь играть. То есть для тебя изи, думаю, здесь эта игра. Если не будет получаться, пацаны, да, если не будет получаться, имейте в виду, мы как только убираем условного одного нападающего, мы выпускаем сразу Дони. Это означает, что вы в три полузащитника играете. То есть с тремя центрами играете. Дони или Малой по ситуации. Мы такие наивные, думаем, сейчас выйдем, выиграем. Шакабумно, держи его, пока нас убивать не начнут. Они также заряжены, также спортсмены, хоть и не футболисты, кто-то там боксер, кто-то тот, кто-то это. Но никто вам не отдаст эту игру. Мы ее должны сами забрать, сами свои моменты решить. One game! One game! Принципиальная игра. Важно, битва до сих пор будет. Выход за финал. Егерде жеңсек, финалда уже. Дальше больше қалай көреміз, значит, қазір настрой то, что обставымыз керек, да, жеңіміз керек. На самом деле у нас у каждого своя история со «Спартой», да? У Дэше своя история, у Марса своя история, у команды своя история. В принципе, поэтому этот матч был для нас такой мега важным, скажем так. Блестер, қаншама матч болды, қаншама историялар болды осы «Спартаға» қатысты. Так что бүгін соны доказывать кетіп, обратный нәрсені көрсетуіміз керек. Жанкер болдыңдар. Қарағандыда ойнадық. Ол жерде тоже судейский убийство болды, по большому счету. Бірінші таймды өлтіріп тастады. Астанада ойнадық, біздің екі голымыз отмен етіп жатып армен. Үшінші ойын қайталанып кеттік. Попробуй премиальный вкус Тасай. Титаник надо было выходить под Титаник. В 90 минутка барлыңыз, бірдейіңіз, барлыңыз футболист. В рамках правил, где надо, можно играть пожестче. Враг агрессии бомас. Все 90 минут отдайте, просто отпахайте, потом отдохнете. Каждый подумал, поддерживайте. Дуна, от вратаря все будут нападающие, пацаны. Поддержка мешала выиграть. Раз, два, три. One game! Да ну, получилось что ли? Надо его ладок зашел. Круг кажиналом всегда каждого на лунда. И брю жестко это, и потом пауза говорит, я алма сразу. Мы порассуждали над тем, кто же сильнее. Вот он, стартовый свисток, поехали. Бүгін біз полуфинал КазМФЛ Спартаға қарсы ойын басталды. Первый с капитанской повязкой сегодня Серик Сапиев под номером 5. Здесь перехват от One Game на чужой половине. По заявке Сабуржан Шаймурат, Шагай 71, Алибек Анварбек, Шагай, Анварбек Абишев. Номер 3 опасный. Нормально, не пожарим, не пожарим, все хорошо. По флангу. Прорваться и отдать передачу. Пас не прошел, а вот здесь за счет прессинга сумели мяч перехватить, удар!
И какой сейв! Еще один удар! И опять спасает ворота. ДЖ выходил один на один, ребята, один на один. У него каждый матч стабильно один, есть один момент. Стабильно вот. Есть один момент. В один он сдал еще. Да. Ну, он держал просто, наверное, скорее всего, для будущего, да? Я думаю, этот момент будет сниться ДЖ во снах. Сандары өзгерісі жанып тұрған кейіп тағыда шабуылдауға мүмкіндік алды. Матишканы ортаға берген паса Алмат Арықбаев. Қайта Матишкаға алға. Хорошо, Мади! Отлично! Наша тактика 4-4-2 с двумя нападающими, она как бы все равно свою роль сыграла. В плане атаки мы первые 10 минут конкретно давили. Сәтін ұтымды пайдалан алмады. Гол соға алмады, бәлкім. Спокойно в руки забирает, и нельзя сказать, что есть какое-то игровое преимущество на старте. Вот опять Ван Гейм вошли в чужую штрафную. Пас в направлении Дуни, удар! Ай-яй-яй! Арықбаев нолға берген паса, Камате. Қайтадан Арықбаев. У нас, по идее, вот сколько? 14 минут. Мы за 14 минут сколько раз могли забить? Бринч, он 8 минут хагарап, и разгром был мы делали вам вниз. Лишь все-таки сам Дуня попал в перекладину. И 27% забрал. А вот здесь ответная атака гораздо опаснее. 1-0! Дуня 1-0 на 21-й минуте. Ван Гейм уходит вперед. Давай! А что было, товарищи? Когда играешь против Спарта, судья тебя отменяет, да, не фризируем, как бы. Типа, ну ладно. Кстати, это Спарта, так бывает. Даже говорю, по реакции упаду, скульптор, баллар, мэр, андай, хаттыш, кумшки, мне спорти, этот ханжок. Ну, джарай, фризируем, как бы, андай, мэр. Дуна стоит с мячом, игрок бежит на него сам. Понимаешь? Ну, сбоку бежит. Как человек должен? Лицом к нему повернуться, не послался. Ну, это же не это. Здесь чисто такой инстинкт сработал, и он выставил просто руку, и от этого, считай, получается, он упал. Ногу они ногу в ногу выставили. Хват уже там же корпус койда, тоскал кой уже трвал, болот на себе кой, лоб, еще. Ну да, не было какого-то удара по ногам, либо локтем. Ну, даже комментаторы об этом говорят, то, что по факту мяч был у атакующей стороны, он ставил корпус, он открывал мяч. Поэтому, если даже человек летит на человека с мячом, по идее, должно ставиться пенальти, по сути. Осойн, да, комментатор. Комментатор, да, шалпа всегда нейтральную позицию ставить надо, да? Брак, осойн, да, оларны, юздеры түсінбей жатыр, да, не ол жатыр, деп, осы моменттен бастап, арқарай, екеу, ойын жүргізіп отырып, сұрап жатыр, да, бір-бірінен, ну, не ол жатыр, да, жүрді. Что здесь? Бала, қарсы шабуылды бастап кетті. Солға пас, Дуня. Тағы бір мүмкіндігі пайда болды Дунайбектің. 55-ші нөмірлі футболшы керемес сұтылып өтті. Жанағыдай сәт еді, гол соғу керек, бас! Бас, бірақ гол жоқ тағы да! Прорвался сквозь оборону Спарты, однако до удара дело не дошло, перед ним вырос Каримов. А вот здесь Мэтью на замахе и очередное нарушение. Спас, Мэтью, Тратен! Показать, однако... Был перед Мэтью еще один футболист, Арман. Последняя надежда имеется, потому что Ехинч защитник поражен, да. У нас точно такая же ситуация была с Ясом. Вот он оказывается, жетеміз. Осы момент жатталандыр. Бұл жерде сөзсіз қызыл қағаз емес шығар енді, сары қағаз деуге болады. Бірақ дәл осында бір сәт болады қазір. Снова перекладина, да. 27-я минута. Уже ек перекладина, бар забитый гол, ек 100% нереализованный момент. 27 минут. Да.
соққа гол есе башында. Бұл жолы саналары Вангейні соққа голы. Камате оның ақыры қарабала. Қуанайын деді де ереске. Самое эпичное, что Марса забивает первый гол, который мы не можем забить уже 27 минут, и забивает игрок, который вот буквально перешел перед стартом данного турнира к нам в команду, и он его не праздновал вообще, я от уважения к своей старой команде. Он обработал руку, потому что... Марселен Камате, я все записываю свое имя. Протокол этой встречи. Құлды малу екендігі қазір Спартада мүмкіндік. Доп қолға тиіп пенальти берілуі керек деп жатыр. Я қазір Аргенсен. Я хорошо видел, там не было. Келіспей жатыр, бірақ. Успокойся, проверка будет. Он здесь себя похоронил, на самом деле, судья. Я хорошо видел, там не было. Да? Ну, тысячи людей хорошо, еще лучше видят через повтор, что вот это вот, это рука. И как он после игры объяснил, вот это, оказывается, это он сделал для того, чтобы увеличить площадь своей груди. Груди, да. Оказывается, так можно. Мяч вот сюда упал. То есть, ребят, если вы будете играть где-то на турнирах, можете смело увеличивать свою площадь груди вот так вот. Это видно, бро! Он правый принимает. Вот, ладно, даже если брать. Я, когда в момент был ВАРа, я говорю ему, посмотрите, пожалуйста, эпизод до момента его удара, момент приема. Он говорит, хорошо, и он его не смотрит. Конечно, пенальти для Спарта. Пенальти Спарта, да. Если бы я сюрду керемет, мүмкіндігі бар. Улан Конспай, соққа жасайды, оған қарсы. Аргенсен, қайттан қараш дейді бар. Екі сағат қарайды болды. И вар он судья. Он за грань переходил. Вар мен судьяның өзі бір-бірмен келісті. Келіспей да. Вар айтып жатыр, там руки гүлінді. Ана жоқ. Да. Онда вар не үшін отырға жүрді. One game final. Прям рукой поймал. Прям вот сюда поймал. Ну нет, ну за такую игру рукой, красную карточку, тут здесь же не было намеренного какого-то движения. Знаешь, что мяч в руку попал, но он там, не закрывал ворота, не отбивал удар. Брак кызыл қағаз мяч саған. Пожалуйста, вам лишение гола. Да. Вы рукой за лишение гола? Штрафной играть будем. Мне кажется, ну, извините меня, пожалуйста, организаторы турнира Ерсинская бригада. Это абсолютно... Это же не красная же, блин. Голосу 100% мүмкіндігі де емес еді ол жерде. Ол бірге бір шыққан кезде, бүйтіп құлатып, аяғын сындырып кетсе мақұл. Последняя... Типа, фол последней надежды сияқты. Фол последней надежды. Бірақ ана жерде қарасаң, Еламан жаңағы допты лақтырып атқан Ерстан, мысалы, ворота былай тұр, ол вдоль ворот допты лақтырып атыр, да? Вдоль ворот. Даже если он перекидывает Ерса, мяч летит вдоль ворот, пока он его остановит, примет, в окружении у него есть несколько защитников. Тем более еще Анчик уже набегал. Да, уже сол жақта, делался до сих пор. Анчик уже последним был. Да, можно считать, что последний защитник Бару. То есть это не фол последней надежды. Если ар жақта жаңағы бірінші моментте бізге қарсы фолда он трактует, что там был еще один защитник, здесь примерно то же самое, он трактует уже по-другому. Плюс игра рукой неумышленно, просто много прыжка, вот секрет, вот тот типа. Не пенальти для Конспаева, но штрафной, да? И так как судья алматинец, я подходил прямо на поле, пацанам говорил, блядь, может вы что-то, сука, натворились на... Может вы, блядь, не знаю, с ним подрались, блядь, может украли что-то, может избили, блядь. Я не знаю, Сон Шама, что Сон Шама можно было сделать так, чтобы просто мы страдали, реально мы страдали весь первый тайм, с 20 минуты начиная, там 25 минут, нас просто хоронили, ё-моё, ребят. Again, Исора! Сразу, да, келес момент. Да, когда они забивают. Каматэнің аяғын басып кетеді, там без мяча, умышленно, там, әдейі басып тұр. Содан кейін голевой атака кетеді. Біз қайтадан барлығымыз тоқтап қаламыз. Бәріміз судья қараймыз. Біздің ошибкада сол жерде шығар, тоқтамау керек еді, иә. Өйтіп 45 минут бойы көріп тұрып тұрмыз өлтіріп атқанын. Бұл моментте де ары қарай до конца ойнай салу керек еді. А Жусупов именно передачу отдавал в штрафную. Ну и здесь отскок от ноги Мадишки, по-моему, да? Давай еще раз посмотрим. Шок.
андай ғой, все против нас келатқан сияқты болды, иә. Элементарный рикошет воротаға кіріп кетіп жатыр. Төреш андай қалып жатыр. Бір тағы да бір Спартамен сондай история қайталана ма деген сияқты ой болды. Пользуется логикой, в том числе на самом высоком уровне. Каматен аяғынан басып кеткен дейді, Қайрат Анарбаев. Да, гол защита. Потому что три профа только. По регламенту. Как три профа? 6 медика, 4 профа. У нас удалился медика. Просто пиздец ультиматум. Как описать первый тайм здесь? Как опишешь первый тайм? Я либо появляется. Просто пиздец ультиматум. Брат предложение Геркваса, а либо оставлять это сейчас. А кельты, судя, игра с рукой. Нормально, нормально. Не забили, вот получаем нахуй. Удаление, красный, пенальти, блядь. Надо забить, блядь, за алдында нам. Дали же ему играть, блядь. Сколько моментов в начале были, сами проебали. Я вам, блядь, говорю же, зачем по центру ворот бьете? Вратарь у них, блядь, не дырка. По углам раскидайте, да, и все. Да. Ладно, это мы забыли, хуй с ним. Это мы свой гол забили. Зачем потом ихнюю игру играть? Вот мы ведем 1-0, зачем ихнюю игру играть? Алма, Мадишка, вы вообще без центра играем. Вы мяч не держите. 4-4-2 шевалабыз, да? Мы играем против Улана Конспаева, Жамбула Кукиева и Серика Жамакулова. Да. Против мастеров играем мы с Алмой. Ну и понятно, что мы будем без мяча. Нету третьего центрального полузащитника. Вообще вот, блядь, начиная, как мы первый гол забили с 25-й минуты, да? Они что хотят, то и делают. Из-за этого вот эта ситуация вышла. Вы сейчас на судью будете наседать, еще хуже будет. Потому что у нас 3 желтые карточки, пацаны. У вас у обоих желтые карточки. Поаккуратнее сыграйте. Мы даже фиксируем их на катая, пацаны. Кто только мне не писал, кто только не звонил, говорят, пацаны, уводи команду, уводи команду. Ты что, это издевательство? Ну, типа, так не делается. Это все видно, открыто, как есть. Даже мне Дидар звонит и говорит, братан, тебя убивают, говорит, походу, или что? Походу, говорит, судья заряженный. Я говорю, я не знаю, человек заряженный или нет, но я вижу одно, то, что сейчас все на поле происходит. Любое движение, любой фол, любое касание, оно все против нас идет. Нам не надо теперь на это акцент делать, вообще ему слова не говорить, потому что он сейчас будет искать повод на вас. Он замазан, это однозначно, это 100%. Дуна, молчишь, ты молчишь, Алма молчит, хорошо? Просто играйте без всяких стыков, просто раскатывайте вас. Окей, с нашим отмененным голом мы как-то уже смирились, да, так сказать. Хотя там фола вообще не было, рядом не было. С этим моментом, с красной карточкой, вообще нелогичная тема. Как можно было там дать красную, когда фол по неосторожности? Тем более, ребята, вот на повторе видно, что до этого мяч коснулся руки игрока Спарты. Прямо на линии ворота, на линии боковой свалил игрок Спарты 21 номер. Он буквально, он очень жестко свалил, понимаете, он еще грязно свалил. Он свалил грязно и просто убежал. Судья именно в этот момент интересным образом просто поворачивается в другую сторону и якобы не замечает этот момент. Но боковой это все видел, ребята. Представляешь, насколько это больно, да? Просто шипами наступить галик. Ну, хотя ты... Шакабум! Ну, поймете это в следующем выпуске. Те, кто уже знает, можете написать в комментариях. Те, кто не знает, может дождаться у следующего выпуска. Вот он, персонаж. Я за это извинился. Ой, ты все видел? Извинился? Я извинился, я понял свою ошибку. В общем, все нормально. В перерыве, чтобы вы понимали, ребята, звонят, да, наши знакомые, там, да, руководители других медиафутбольных команд и говорят, типа, ребят, ну, вас душат, вас убивают. Нам говорят, это комментаторы Каспорта. Мы в десятером, но в десятером мы тоже сможем раскатать. Ребят, в этом нет ничего сложного. Я бы не сказал, что в этом нет ничего сложного. Это было крайне сложно. Особенно в жару играть без замен, ну, в моем случае. В десятером это было очень тяжело. Главное найти свою игру и удерживать, как мы это делали до 30-й минуты. Марго! Если ты это, бля, не вставишь, бля, я не знаю, обижусь в натуре, ворот. Я сегодня пиздец комментирую, бля. Давай, 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 давай! Мэтью, контратака. Разгоняй. Один против. Раз, два, три, четыре, пять против пятерых. Найс, 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 найс. Або, або. Найс, найс, найс. Эй, я смех ведется, да? Какие парень, я смех. Эй, должным образом. Они падают! 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 Падают!
Не, ну Мэтью видно, что специально разводится. Ну да, но Мэтью били просто страшно по ногам. Толкали, локтем пихали. Сказать Пещера ничего не может. Не, он сказать-то может, но его никто понять не может. Его никто понять не может, да. Если бы он понимал, что говорит Аджи, он бы давно дал две красные карточки. Встал, а вот здесь Мэтью в штрафной, передача и гол! Четвертая минута, в меньшинстве выходит вперед, и это ДЖ Агай. One Game Sparta есеп 2-1. Және екінші таймда сәтті бастады Дышаға и гол соқты. Плотный удар Дыша, ближний для себя угол с левой ноги. Без шансов для Каримова. Ну, в очередной раз не успевает самый удар. Это влог выживших пацанов. Все против нас, короче. Но мы до конца бьемся. Счет покажу. 2-1. Махтово труба. Ну, если я не ошибаюсь, если мы уже заговорили про этот проект, то Аянхан Дунайбек также в нем участвовал. Здесь Ниязымбетов, штрафной с мячом, удар! Как же! Что было? Альбек Ниязымбетов боксер был, да? Футболист ими сколько? Как по футбольному он здесь троих как шпала, ешь? А либо буф, Марс, буф, да что ты? Уже Анчик последняя надежда был, да? Аргенсен пустил уже, он не спасал. Все уже не спасал, да? Я Анчика потерял, ешь? Курми Романч, как ты харасан ворота шарматер. Хорош, хорош. Круз, давай, дай движение, круз. Линанчик очень в порядке. Между, между. Отдай, ну мать, сорян за эти эмоции, пацаны. Брус, давай, ничего, брус, я не могу. Дым пойдет, что кузин, че? Натурь. Кажите, спи, пищу. Че, бля, надежды, шара, слышь, нахуй, ща дам, блядь, надо фиг с ним, бля, у нога домой, ну вот так, ёбан. Удар выше ворот, а вот здесь неожиданно атака от One Game, удар. 3-1, 3-1. Все, все, заходи, толк, груз, порядке, нет, все. Полез, полез. Ремонт я нахуй, да. И Алва первый, кто подбежал к нему. Бля, груз, пойду, что за его, алп, ты шаран, нахуй. 35 голов. Спарта домой! В общем, бұл болды біздің екі легионеріміз жасады, былай қарапсын. Да. Аргенсен как Алисон, как его кумир, как ливерпульский голкипер. Одним пасом вывел Круза. Круз как Салах, ворота Манчестер Юнайтед. Ладно, забивает этот гол. Раз можно выразить недовольство по поводу действий оборонительных. Че, бірінші ойынан бастап, аяғына дейін, турнирдің аяғына дейін біз жақсы қолдап келдік негіз. Да. Каждый ойында болельщиктердің дауысы естіліп отырды. Не всегда это были дети, то есть были матчи, когда бірінші матч открытия кезінде адам көп болды. Жартысы Әлшер Келгенбайдың болельщиктері, жартысы полный One Game болельщиктер болды. Да. Таңғы сағат 10-да ойын болатқанда, соның өзінде келіп отырды ғой адамдар. Таңғы сағат 10-да қайнап тұр, күн дейтін қайнап тұр. Бізде One Game, One Game деп балдар айғайлап тұр. Көп рахмет. Иә, басымыз иеміз. Спасибо всем вам, спасибо зрителям, которые не смогли прийти на наши матчи, но при этом поддерживали нас онлайн, смотрели наши матчи, оставляли комментарии, просто в чате устраивали кипиш.
вам отдельный рахмет. Вас не измыта. Спасибо хейтерам, скажи еще. Хейтер да и не мог. Пишут, что они не команда, что а, там, да. Это что вы тоже. Отпиши, да? Не фари, не фари. Леш, выбей! Ой, Иисус! Боже, Аллах! Как же там сила? Ну что, ман, какие в кутырген давляем за эмбарго без мысли? Дай на сей раз. Ууу, Арген Хару! Посмотрим. Разворот. Бабой дебют. Для Спарты и гол. Пока мы смотрели повтор, Спарта на 88-й минуте отквитала один мяч. Давай. Бұштама топ көтерілет, жақсы Имарс былай шығарудың орнына артқа қарау жүреді. Біз бәріміз тұрып қалымыз бір секундта, қат қорғанда өп болды. Елеман в упор Аргенсен шанс болын жоқ аңша шығарды. Элдаря, давай! Ууу! Дуна, пас! Алмагива! Время! Оп, Ильдара, пас! По постам. Голда. Я еще видел, запасом добавил, да? 4 добавил, мы 6 отыграли, да, Вадим? Финалда, Жолдама, Алда. Айратпен. Жоқ, былай қарап түсін енді. Біз ашуланымыз керек еді, ойын бой. Весь матч он туда судил против нас, и тут он подходит, типа, знаешь, такое, ну, подходит, как будто человек, который ему должен что-то. Ну, такое ощущение, типа, знаешь, руку поднимает, типа, ты чё ему матч его обосрал? Капшарайра! Винс, кто с Муангейм, ал? Судейме! Я! Я в шоке. Это реально был достойный полуфинал. Мы показали достойную игру. Несмотря ни на что, Уайн Гейм сделал свое. Мы в финале. Судья, как мог, помог, но не смогли. Давай, салам алейкум. Бізді хейтит кен жақсы өретті адамдар. Біз, наверное, самая нелюбимая команда из всех, которая играла здесь. Я не знаю, бізге, может, создают образ такой, да, может, специально это все делается так, что нас показывают всегда с отрицательной стороны. Ну, бывает иногда, как я, да, допустим, там в финале что-нибудь натворю. Ну, любая команда такое делает. И в нас прыгали, и в нас били, да. Но почему-то вот именно бізге всегда бір отрицательный немен қарайды. Мы через такие проходим испытания, по сути, и на футбольном поле, и за его пределами. То, что мы не отвечаем, мы никому ничего не говорим, это может проблема. Может начать просто всех форсить так же, как и на нас форсить. Ну, опять же, зачем? Абсурда көрешіндер бағанап көрген шаршын көрген шаршын. Судья өлтірді аз маған шыны керек. Алып шықты ғой, нақарай. Давайте, дома всем привет, самое главное, без травм, да? Ну, я думаю, эта победа для вас нужнее была, чем нам. Вы хотя бы подсобрались, и дальше будете сильнее. Давай. Не был сюда был ойын біздің, шынымен, команда екенімізді көрсетті ғой. Көбісі жазады комментария, вы не команда. Не команда, такие испытания не проходят, ребят. Поэтому, если вы нас любите, поддерживаете, продолжайте это делать. Если вы нас не любите, тоже продолжайте. Да, тоже продолжайте, потому что придет время, и вы поймете, что One Game и нас команда Game Snusner. Победа! Заслуженная победа, пацаны, заслуженная. Эмоции, все, и силы на ноге, я сдох. Клянусь, это был жесткий матч, эмоциональный. Судья, не судья, мы в финале. Алға. В общем, жігіттер, біздің қиын, бірақ әдемі аяқталған ойын. Өздерің куә болдыңдар. Ары қарай турнир жалғасады. Бізді финал күтіп тұр. Жеңісті күндерде соққанша. Все? Ай, шіркін.